Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Оборотень в погонах из Одинцова. Что может придумать обычный младший сержант, служащий в полиции, имеющий криминальные наклонности? Сотрудник линейного отдела был задержан в Московской области в городе Одинцово во время культивации почвы на предмет закладки наркотических средств. Что вы сделали? Вы ее убили. Славу Дижона. Убил? Моя Роза. Бедняжка. Моя Роза. Бедняжка. Боже мой, шляпа. Что это? Это не ваше. У полицейского были обнаружены 9 свитков наркотиков, служебное удостоверение и множество мобильных телефонов. По некоторым данным, товарищ младший сержант как раз собирался делать закладку очередному клиенту. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Ведется доследственная проверка. Преступный мир, волчьи законы. Проблему надо решать как-то. Я не знаю, или доложить кому. Ты совершенно прав. Но докладывать никому не надо. Не надо. Сотрудник будет уволен из УВД, а его непосредственный руководитель и начальник ЛО МВД России на станции Москва-Белорусская отстранены от занимаемых должностей, сказали в пресс-службе. Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника? Такой информации нет. Вон отсюда! Я вас увольняю! Увольняю! Судя, опять же, по газетам, генерал Венделер обладал редким даром излагать свои решения в краткой, ясной и доходчивой форме.